Заходим, друзья. Нас уже здесь ожидают, да, уже все заказано. Владимир Иванович. Здрасте. Здрасте. Вон туда, за крайний столик. Вступающего угодно у вас, десята. Вон туда, Олег. За крайний столик. Владимир Иванович, за Олегом туда. Давай, возьму. Я все возьму, нам сейчас принесут все, иди. Раздевайтесь пока, за столом неудобно. Снимайте свои тулупы. Сейчас, Олег, отведайте роллы. Дядь Вов, вон, вешай. Прибамбасы свои на вешалку. Зачем? Ну, потому что неудобно в куртке. Что, зачем? А я хочу на пол. Не, на пол не надо, вон туда вешай. Не надо на пол. Вешай. Специально крючки же висят. Ну все, присаживайтесь. Во, вон туда с Олегом садись. Я с краешку сяду. Ага. Сейчас принесут все. Город Новоаннинский. Новосуши. Спасибо, спасибо большое. Палочки. Палочки, Олег, доставай в бумажке. Вон, Владимир Иванович, я сейчас все объясню. Это соус. Стой. Надо туда их макать. Наверное, палки ерунда, убери их, вы руками ешьте, а то вы с палками все равно не получится. А он не умеет по-китайски. И ты не умеешь, я знаю. Ставь его назад, коробок. Владимир Иванович, да, окунай, смотри, вот зелененький, это как его называют, я забыл. Вот отбери по чуть-чуть. Олег, давай тоже, попробуй. Руками она получше будет. Пробуй, Владимир Иванович, такой, другой, третий, пятый. Ну как? Не надо вытирать это. Вон, салфетки возьми. Бери сюда их. И мне дай тоже. Ну давай, давай. Ты давай, а то ты не успеешь сейчас за Владимиром Ивановичем. На чем мне успевать? Ага. О, да ты умеешь, молодец. Вот зеленый тоже. Как он называется, я забыл. Вот так вот надо, раз, немножечко. Владимир Иванович, окунул. В эту тоже. Угу. Ну, столом, ну, столом. Угу. Это сделают только. Имбирь. Вот так вот берешь немножко. Угу. Вот сейчас полочками сядь, берешь. Ну, давай, давай, я не люблю. Я не люблю палки, я так. Вот с рыбы, Владимир Иванович, попробуй. Вон тебе попробуй с рыбы, говорю. Ага. Ты, Олег, оставь, он не съел еще, не попробовал ни разу. Именно те. Ты по чуть-чуть, Олег, куда ж ты так наяриваешь? Да он, а ну лист. Ну руками возьми, значит, если большой. Ну что, ты не знаешь как. Во. Пробуй с рыбой. Лучше. Я в городе знаю, блин, что было. Пробуй, пробуй, Олег. Ну как, Владимир Иванович, нормально? Ага.
Ну и слава богу. Олег, как тебе? Отлично. С рыбы вот попробуй, с красной. Бывает. Угу, а бывает, бывает, бывает. Ешь, Олег, не разговаривай. Ешь, а то не успеешь, Олег. Владимир Иванович хотел сказать. Смотри. Угу. Одна так. Угу. Угу. Давай. Ну, видишь, ты что сделал, раздербанил. Ты возьми руками, лучше ешь, блядь. Что ты делаешь, блядь? Сейчас. Ты пока проковыряешься, сейчас не будет ни одной. Ты мне пух. Ну, бывает. Соус макай. Соус специально же вам дали. Имбирь. Закусывай. По чуть-чуть, Владимир Иванович, смотри. Не по много. Нормально? Mm-hmm. Вот. Ты заплатил? Конечно. Сколько? Полторы штуки. Ешь, ешь, Олег, не стесняйся. Нормально? Да. Стоишь и вещь, да? Конечно. Дядь Вов, ты хоть Олегу оставь. Я тоже думала, что... Да я осталась. Да я уже брал ее. Да бери. Вот это попробуй. Ну вот так вот лучше, конечно. Окунай в соус. Вот в зеленую в эту штуку окунай, забыл, как она называется. Да не занимайся ты ерундой, так и ешь, что ты их ковыряешь там? Это протыкается? Протыкается, натыкается. А потом? А потом вот так вот, да. Мне вот эти вот больше по душе. Это, наверное, запеченные, я так понимаю. Кто трапезничает, друзья, всем приятного аппетита. Ну как, Олег, пойдет, да? Вот, будь здоров. Милую, любимую когда-нибудь порадуй. Да вот зря она сегодня не поехала. Ну да. Что ты, бери еще, дядь Володь. Хорош? Олег, ну лупи тогда. Я это все? Что, все? Я, что, с ума сошел? Ешь давай. Мы что, будем оставлять? Вроде как-то неудобно. Есть контейнер. Угу. Там копейки стоят. На столом, Иваныч, на столом, чтобы не ляпало. Ей привезти и пусть она попробует. Дай салфетки, дядь Володя. Вот, Олег, люди заказывают и с пивом дома в семейном кругу употребляют. У нас тоже в станице там крутят, знаешь где, да? Вот как-нибудь заколымешь, купи роллы и с милой любимой лупанешь. Ты понял? Что, наелся, что ли? Ага. Ну, ешь, давай, что? Олег, добивай. Вот я один еще лупанул. Подожди, не уходи никуда. Я лупанул уже. Сейчас пойдем, Владимир Иванович, сейчас пойдем. Сейчас я ту лупу одену. Зачем? На что здесь сидеть? Я поел. Ну, нас подожди, что здесь сидеть? А?
Подожду, не ухожу. Доедай, Олег. Твое. Он не уберу, сейчас придут. Да две... куда? Доедай. Сань, нет. Две штуки осталось, доешь. Что? Не лезет. Ну, с рыбы вот попробуй хоть вот это сейчас. Да, я вот это. Маленький контейнерик есть, самый дешевый. И что? Я привезу ей. Блин. Да что ты привезешь? Вот две штучки. Бери с рыбой, я вот это давай даем. Бери с рыбой. Доедай. С рыбой бери. Это что выкидывать? Вот это доедай. Так, соус. Вот это, говорю, доедай. На, вот это будешь? Да я уже все, ты доедай, да пойдем. Ну пойдет? Ага. Ну вот. А хорошо поели, да? Хорошо, неплохо. Еще приедем? Ну как-нибудь приедем. Приедем, да? Роллы? Да. Понравилось? Приедем обязательно. Ну что, Олег, все? Добил? Ну все, тогда на выход. Сань, дай сигарету, я пойду. У меня нет, я не курю, иди там у робота спрашивай. Ну все, едем дальше.